Ну, приехали мы сюда в 11:10, стоять будем дальше, так как все равно ехать нужно домой. Я думаю, что часиком к 12 ночи мы пройдем. Поэтому это еще не такой большой кошмар, как многие тут уже переругались все. Поэтому будем стоять дальше. Говорят, что там на маленькие паромы ходят по 20 машин. Здесь пробка растянулась километров на 15. Так думаем, что, наверное, часов 8-10 придется, наверное, до моста постоять.